эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. Ближайшие 20 минут о том, что формирует стиль жизни. Этим летом мы презентовали новую рубрику «История одного украшения». Лучшие сюжеты июня в продолжении выпуска Beauty Time. Автору этой коллекции, известному итальянскому дизайнеру Стефано Риччи, пришла идея создать настоящий символ свободы. Стилеобразующий элемент коллекции – это птица с расправленными крыльями, воплощенная в золоте и чистейших бриллиантах. Freedom означает свобода. У художника ее символизирует образ человека-птицы. Сочетание каучука и золота в ювелирном производстве известно давно, но новаторство Стефано Риччи состоит в том, что он впервые соединил каучук с белым золотом и бриллиантами. В этом по-настоящему он проявил свободу творческой мысли. Эмоциональный фон коллекции задает лейтмотив в виде летящей птицы или человека, стремящегося ввысь к звездам. Главные элементы украшений выполнены в технике паве, создающие равномерное бриллиантовое покрытие. Это очень тонкая и кропотливая ювелирная работа. Все бриллианты, а их 154, вставлены вручную. В коллекции Freedom также присутствуют кулоны и подвески, серьги и кольца из белого золота с легко считываемым главным элементом. Это Beauty Time. Далее в выпуске мода как творчество, как способ самовыражения и возможность бесконечных экспериментов со стилем. Эти и другие проявления моды в проекте «Гардероб номер один». Гардероб я формирую достаточно хаотично, что увидела, то купила, то и ношу. Но я люблю меняться, люблю менять. То есть все, что постоянно для меня интересно. Ирина, ты как раз та девушка, которая, стилист которого, в принципе, себя ни в чем не может отказывать. Это абсолютно все стили, абсолютно все цвета, все фасоны. Ты работаешь, у тебя очень интересная работа, связана со встречами. Я бы хотела тебе показать, как можно с тремя вещами сделать два лука. Первый будет вот такой вот яркий, веселый. В принципе, пятница, свободный день, можно себе позволить с таким вот очень красивым ремешком. Можно попробовать вот с такой многослойной юбкой. Получится очень интересно. Следующий образ – это твой цвет, однозначно. Это твой фасон. И самое главное – это вот, знаете, внутренние ощущения, поскольку платье все дублировано очень красивым принтом, очень красивым шелком. Следующий тоже вариант – это платье, но как раз очень подходит твоя внешность, очень яркая, я бы даже сказала, в чем-то оно очень преувеличенное, но тебе это тоже пойдет. Следующий образ – немного авангарда, такая вот юбка с фотопринтом. Джинс и вот такой топ в стиле 70-х, очень с корректным принтом и вот такой клатч. Следующий комплект – такой топ. Мы берем юбку с пикантным вырезом и вот такой ремень, который подчеркнет талию. Все эти брошечки, все эти милые элементы, они придут к такой женственности. И с этим же топом, если без ремня, вот такие брюки тоже в таком сафари, с кроссовками, хоть в аэропорт, хоть, в принципе, на какую-то экскурсию.
Это платье нежных оттенков карамельных с вот таким ремешком. Сюда попробуем бежевые лодочки. И весь акцент пойдет на вот эти, на вот эту бижутерию, на жемчуг. Здесь не надо бояться одевать и браслет, и ожерелье, плюс ремень, поскольку все очень деликатных оттенков, все на нюансах. Следующий комплект, он соответствует твоему характеру, прежде всего. Соответствует твоему цвету волос, вообще атмосфере твоей, она очень на тебя похожа. Ну, конечно, поразило бирюзовое платье с идентичным по цвету аксессуаром. Мне очень понравилось вот это вот платье. Однако я все-таки сделаю выводы и склонюсь в сторону более практичных вещей. Бежевое платье можно с разными аксессуарами зимой и летом, и сапогами, и туфли, и, может быть, какие-то даже легкие кроссовки. Мне очень нравится, когда в самолетах люди одеваются красиво, практично, а не носят спортивные костюмы. А вот этот вариант как раз вот подходит для путешествий. Элегантно и удобно, и в то же время не боишься испачкать, потому что даже видно не будет. Смело, интересно, но мы должны экспериментировать, это нормально, нужно меняться. Бутик номер один в доме на Лесопарковой. Запись на индивидуальный прием. 248-79-00. Лучшая имплантация зубов.рф. Стоматология City Smile. Телефон 211-33-33. Молодость – это мечта каждой женщины. И она может осуществиться. Косметика «Геолайф» от создателей биокожи. Останови время. Официальный представитель в Челябинске – компания «Вазамед». Телефон 282-32-99. Европейский стандарт красоты в «Артмедике». Комплексный подход, инновационные технологии. Сохраните вашу молодость с нами. Получите персональную консультацию ведущего специалиста прямо сейчас. Запись по телефону 775-19-18. Этим летом светская жизнь города получила новое развитие. Помимо вечеринок в знакомых клубах и опен-эйров, которые часто оказываются под влиянием погоды, наши промоутеры придумали и другие формы красивого общения. С подробностями Ирина Ахметшина. Вечеринка «Трендсеттеры» обычно проходит в последний день зимы. Но сегодня организаторами был выбран формат пикника на озере, символом которого стала клубника со сливками, соответственным сливочно-клубничным дресс-кодом. Вечеринки, клубника, сливки, сливки общества, красивые девушки, красивые парни. Все здесь. Сегодня мы решили сделать летнюю версию, пикник с трендсеттерами. Как бы чуть больше популяризировать этот тренд, этот бренд, который был бы таким пляжным, легким, веселым, не в замкнутом пространстве, а так, чтобы каждый мог для себя расширить рамки восприятия самого себя, жизни, представление о том, как должно быть радостно, весело и счастливо. Гости пикника с удовольствием сменили пространство модного клуба на открытую площадку. Все же в солнечный день приятнее продемонстрировать обновки, новую прическу или подтянутую к лету фигуру. Мы, уральские люди, очень долго живем в зиме. И поэтому шорты, обувь без носков, голова без головных уборов. Это очень круто. Если на какой-то вечеринке все-таки присутствует дресс-код, то стараться его все-таки как-то ему придерживаться, да, ну и постараться выделиться. Вместо типичных для пикника бадминтона и сосисок гриль в рамках фэшн-формата предусмотрены изысканные низкокалорийные закуски, танцы в пене, выступления на пилоне, а также показ на блестящем подиуме. Здесь что не гость, то консультант по вопросам стиля. Каждый знает, во что одеться, чтобы быть в тренде.
Джинса, как всегда, полосочки, яркие краски. Вот тут сейчас молодые люди ходят, мне кажется, они одеты нормально для летней вечеринки. Красивое, здоровое тело и шорты, и все. Вот сейчас как раз летом, надо быть скейчен, свободный стиль. Впрочем, приятный внешний вид далеко не единственное, что делает пикник стильным. Особое настроение и желание провести время красиво обычно сопровождают каждую удачную вечеринку. А не обязательно быть модным или дорого одеваться. Главное одеваться стильно, сочетать в себе хорошие цвета, харизму и хороший интеллект. Как бы это всегда в цене. Лето у нас короткое на Урале, всего там 3 месяца. И каждую вечеринку нужно проживать по полной, наслаждаться, отрываться. Пусть даже нет солнца, но зато плюс на улице. И это плюс. Идея опен-эйра светского и необычайно стильного оказалась перспективной. Хочется верить, что одним таким раутом это лето не обойдется. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь яркой. Продолжаем наш выпуск. По правилам стиля базовые вещи должны быть не слишком яркие, без декоративных отделок и максимально простые по крою. Однако сегодня стилисты в качестве основы гардероба предлагают уже не классические вещи, а более интересные и современные варианты. Хотелось бы обратить внимание на крой современных белых блузок. Не обязательно, чтобы она была по фигуре, не обязательно, чтобы линия плеча соответствовала вашей анатомической линии плеча. Поэтому, если даже вы не найдете своего размера, можно выбирать на размер больше. Это все равно будет выглядеть современно, так как одна из тенденций – это увеличение размеров. Следующая незаменимая вещь в базовом гардеробе – это цветные брюки. При этом они могут быть как однотонными, так и с рисунком. Я выбрала вот такой красивый изумрудный цвет. При выборе цвета брюк единственное, что нужно учитывать – это свой тип фигуры. То есть здесь природный колорит не имеет никакого значения, потому что в нижней части образа они находятся. Но нужно помнить, что яркий цвет брюк может зрительно увеличить бедра и учитывать данную особенность. Вещь номер 3 – это яркий жакет с актуальным принтом, с помощью которого можно создать огромное количество комплектов. Казалось бы, настолько сложный принт, много различных цветов содержится в этом жакете, тем не менее, это очень универсальная вещь, так как можно подбирать абсолютно любой низ в тон любому из оттенков, и это всегда будет выглядеть интересно, разнообразно и гармонично. Лето – это превосходная пора для таких женственных вещей, как платья и юбки, которые также могут служить базой для гардероба. Мой выбор пал на вот такое замечательное платье, которое очень нейтрально по цвету и по своему крою. Оно выглядит и элегантно, и женственно. Еще одна незаменимая вещь летнего базового гардероба – это светлая белая либо бежевая юбка. Она может стать основой многих образов, и единственное, что нужно учитывать при выборе юбки, чтобы она не нарушала пропорции тела и зрительно делала вас выше и стройнее. Для летних вечеров и прохладной погоды стилисты предлагают легкий кардиган из качественного хлопка или тонкой шерсти. Еще одна незаменимая вещь в базовом гардеробе – это кардиган. Он может быть удлиненным, и лучше, если он будет удлиненным, потому что зрительно он создает вертикальную линию, вытягивает фигуру, и образ всегда получается очень элегантным, стройным. С его помощью можно создавать многослойные образы, а это сейчас один из трендов современной моды. Имея в своем гардеробе 6-7 универсальных предметов, можно создать многочисленное количество комплектов и все лето выглядеть стильной и неотразимой. Модные тенденции – это не только цвета и принты сезона. Сегодняшняя мода требует от нас каких-то необычных стильных сочетаний. Несколько луков на основе одного предмета предложили наши стилисты-эксперты. Раньше базовыми предметами служили вещи нейтрального цвета и классического силуэта.
Сегодняшняя мода, многообразная и эклектичная, предлагает за основу гардероба брать более интересные модели. В нашем случае таковой является пышная юбка с принтом. Следуя нашему принципу подбирать летний гардероб вокруг какой-то одной вещи, в этот раз мы взяли тоже очень модную вещь в этом сезоне. Это пышную юбку. Юбку в стиле пинап. У нашей героини очень женственная фигура, и вот ее женственность мы еще подчеркнули этой пышной юбкой, то есть создали ей такие поистине пышные формы при тонкой талии, то есть такую современную Мэрилин Монро. Угу. На мой взгляд, получился очень свежий такой образ. Такую юбку стилисты предлагают сочетать как с блузой для офисных будней, так и с кожаной курткой и стильным кардиганом для прогулок и неформальных встреч. С помощью блузки модного цвета мятного мороженого мы создали такой достаточно повседневный образ, в котором можно и в офис пойти, и на любое дневное мероприятие. Трактуя, допустим, эту же юбку с открытым топом и с кожаной летней курткой, тоже интересного очень цвета, такого насыщенного, уже получился образ достаточно вечерний, в котором можно пойти в ресторан, на любое мероприятие светское. И третий образ, он такой расслабленный, с кардиганом. Кстати, легкий кардиган или кожаная куртка – две незаменимые вещи гардероба, ведь они сочетаются с любым летним нарядом. Кардиган, его можно одеть и как самостоятельную блузку, и в то же время его можно накинуть на платье без рукавов в холодную погоду, что наше лето, в общем-то, нам диктует. И для тепла одеть в самолет, в дорогу. На мой взгляд, вот кардиган хлопковый или вискозный в летнем гардеробе – это вещь, которая должна присутствовать вообще в гардеробе каждой девушки. Подбирая гардероб на лето, важно, чтобы вещи сочетались между собой. Таким образом, мы получаем много вариантов стильных комплектов. В жизни я ношу более строгую одежду и никогда бы даже, наверное, не примерила, если бы не подсказали специалисты. Но когда я одела, я просто влюбилась в эти комплекты. Это такая романтика, это такой драйв, это вот юбка-пушап. Я просто почувствовала себя другим человеком. И на самом деле мы настолько многогранны, мы даже не подозреваем. Когда мы одеваем тот или иной комплект, мы просто расцветаем. Мы женщины, мы хотим быть разными, мы хотим восхищать. Приходя сюда, я чувствую полный комфорт. Я чувствую их, они чувствуют меня и подбирают мне не просто вещи, которые мне подходят, а формируют и создают для меня образы. Кстати, опыт стилистов особо ценен в период распродаж. Так, из множества вещей, купленных со скидкой, они составят целостные комплекты. В бутике Viva Glam прогрессирующие скидки до 70%. Всем клиентам консультации стилистов в подарок. Viva Glam, Васенко 96, дом быта, первый этаж. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой, 30. Новые коллекции с жемчугом. Свободы, 88. «Косметик Про» — это 17 профессиональных магазинов в Челябинске и области для индустрии красоты, а также дружная команда торговых представителей, готовых снабдить ваш салон всем необходимым. «Косметик Про» – это эксклюзивный официальный дистрибьютор «Estelle Professional» и учебный центр профподготовки. «Косметик Про» – красота с нами. Диплекс. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Этот год в салоне «Вэлла Стиль» проходит под знаком 20-летия. 20 лет здесь дарят челябинцам красоту, радостные эмоции и хорошее настроение. Сегодня, как и все эти годы, вас ждут на улице Свободы, 80. И всегда рады видеть вас в салоне «Вэлла Стиль». На этом все. Программа Beauty Time прощается с вами до середины августа. Но лучшие выпуски можно увидеть на сайте bt31tv.ru. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.